Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 932. События дня. Сирахов 7:39. Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. За 5 июля 2017 года. События. Да события-то так разобраться. Это в мировых-то настоящих нет. Они все предсказаны и Богом известны. А мы встречали людей, которые хотели приехать вот и на крещение, и повидаться. Так Голубева Екатерина их встретил на вокзале Сергей Пупков и привез. Ну, привез еще и двух собак своих, Урагана и Верного, оставил их. Теперь мне прогуливать их надо, кормить. Вот события. Что такое? Вот такое. Ходишь и сам думаешь о чем. Ну и тут с Ютуба мне все. Ладно. То выключают. Это все-таки в деревне. Звонят вчера с Москвы. Как приобрести трехтомник Нового Завета с полным толкованием, с откровением. Только после 10 октября. Когда мы намерены вернуться, намерены, а как Бог даст, может, и не доживем. Тогда не позвонить, а можно в скайпе или в моем мире. Там можно получить ответ, все данные, что, почем и как. Тут идет Ягода Виктория, ну, она что там, водянистая, ничего там кого нету. Екатерина много рассказывала о себе, как у них там дело, какие чудеса Бог сотворил. Потом пошли они к Серафиме Гавриловне, я еще не знаю, как они были. Сегодня запишем, посмотрим. Ну и молитвы. Днем как свободное время, так на молитву. Мне пришлось опять, где Никита жил, во двор весь заросший, рубить лопухи, репей. А вечером, к вечеру ближе, сказал, я там не буду ужинать, я к себе перехожу тут. У меня сухари есть. И, ну, как-то привык уже к такой идее. Там все-таки готовят несколько блюд. Марина работает на кухне. И вот девочка, интересно, Анастасия звать, привезли ее, 13 лет. Приятная девушка такая, но аутизм, не разговаривает. Думаю, что она понимает. Вот показали подушки, пыль выколачивать. Я пришел, вижу, она на улице колотит. Я через час возвращаюсь, она этой палочкой так и колотит по подушке. Так мне близко не приходилось с этими людьми заниматься, конечно. Начинаешь расспрашивать. Момент зачатия. Родители нетрезвые, пили, курили, вот и наградили. Но у Бога-то там и другие причины есть. Любящая бабушка ее привезла к креститься. Как с ней батюшка будет разговаривать, не знаю. Вот сегодня уже перешло на пятницу, на шестое. Тоже встречает еще человека. А там ждем уже Галину и совсем... Виталий может приехать. Для них у меня закуска. Большие камни на первом мостике. Бровку установить, перетащить нужно через самую воду, где вода сочится. Ну, это все так. Все по-хорошему. Вчера я гляжу, моют как попало, воду льют. И сказал, больше не подметайте и не мойте. Взялся за это сам. Сам буду мыть и подметать в двух больших комнатах. Общий дом 81 квадратный метр. И показал, как это делается. Тряпку надо выжать. И только пыль собрать, а не лить. Лить, а там между щелями. И, ну, гниет пол. А им нужды даже никакой нету. Марина тоже огорчилась и говорит, сколько раз я им говорила, а они вот... Все делает не так. Ну,
делает не так, но выход какой-то надо иметь. Володя то утрами обкашивает, то заботится в огороде, там с этими жуками, в деревне всегда время занято. Ну и можно молиться. Ты можешь молиться отдельно. Мне проще, я удаляюсь к себе в комнату. Помолился, опять явился. Просим о смирении Максима, прокурора, чтобы Господь ему открыл глаза на истину Христову, чтобы он уверовал, стал христианином, не погиб. Зачем нам недоброе делать? Мы счастливы, в этом живем. Ну, а все остальное в руке Божией. И войны, и мир, и друзья, и враги. Тут некогда писать, ничего не пишу. Ну, переписки некоторые тут по своим вопросам. Таких-то, можно сказать, непереносимых вопросов не возникает. Сегодня даже встречать человека, и то надо договариваться, это 15 километров договариваться, даже больше, 20 километров. Туда 20, обратно 20. Олеша уехал в город, Андрей тут что-то ремонтирует. И, ну, надо абсолютно точно знать, встретят или не встретят. Вот об этом речь идет. Ничего добавлять к тому, что здесь делаю, как вопросы-ответы, не приходится. Связь такая. Ну, сейчас как-то наладилось все. Покос еще только-только где-то начинается. Трава нынче просто в рост человека. Но она была бы еще до колен, а так в рост человека. Вот это тоже наше событие. Показать надо наши ресурсы. Вот мой мир. Покажу сейчас. Здесь легко переписываться. Регистрируйтесь, и все данные, все можно скидывать. Писать я тут могу. Написать немного. Вот. Гости какие глянуть, даже какие у меня гости за вчерашний день. Вот это Нина написана, это Сергей Горохов. Показать Маненко. Вот она как. Вместо себя волка. Вот Александр Волобуев, Никита Колесников. Но это не вчера, это раньше еще были видно. Тут знакомых много. Галина Блеск, Александр Андрусенко. Да благословит их всех Господь. Юрий Соболев тут. Который уже так близко людей, ты знаешь. Ну и дальше ленточная наша. Называется форум. 1600 тем. Очень богатый, очень богатый. Ну и вот сегодня я тут поставил 12 роликов. Это «Жития святых». Ну и тут программа. На день это собрание из храма вышли. 15 человек зашло. Почему Нестор не ел рыбу? 81. Ой, почему не ел рыбу? Ну, так важно. У Златоуста 4. У меня проповедь «Открытым оком» 2 человека. Вот. Добротолюбие 4. Экскурсия по Дамбе 15. Ну, вот посмотреть, что интересует людей. Сегодняшнее событие. А это, видимо, думают, потом мы прочитаем. И очень ценно во свете Библии православный библейский сайт. Вот, допустим, дети, лагерь «Стан». Сейчас можно даже прочитать. А как прочитать тут?
Вопрос не знаю даже. Маленько узнать, сколько было вопросов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять в первом томе. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32. Это 32, 66. 32 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 56 Вот 72 вопроса посчитал. 72 вопроса, оброшенных родителями, нянечки. Тут все это вопросы мне задавали в университетах. Это интересно людям. Ну вот так. Все на этом. На сегодня.